Что, Коля встал, вас с собой не взял, да? Двери закрыл, телевизор смотрит, чтобы не шкодили. Вы такие, особенно вот это вот, хвостом покручивает. Что бы мне сейчас такое сотворить? Утром я встала, это все на полу валяется, подушки все на полу валяются, все посбрасывали. Кстати, у нас сегодня 3 февраля. Вот, они с ночью тут сходили с ума. Во сколько я их выпроводила-то? Что-то или пол первого на них нашло вот это вот буйство. Ну, не на них, конечно, это на Масю. Мася тут у нас инициатор игр. Сейчас уже еда погрелась, покормлю животных. Это Филечки, он вчера с таким прям аппетитом съел фрилист. Вчера я посыпала пророщенным овсом, а сегодня еще добавила к овсу одуванчики. То есть тут три компонента. Я думаю, Филечка оценит. Мась, Мася, а ты что пришла? А что, не пойдем никого кормить? Тут лежать будем? Или кормить кого-то пойдем? А? Маська, ну ты сейчас побежишь же вперед меня. Я сказала, вот она уже, да, и мяу сразу. Еще двери до конца не открыла, уже в щелку нырк, и все тут она. Идем, но у нас сразу к шиншиллам. У нее своя тут дружба. Так, ну, Филя, конечно же, спит. Мы ему пока просто поставим. Еще. Вот она, лапа наша торчит. Так, ну, вас, друзья, буду кормить. Кстати, на верхнем этаже зажигается свет вместе с Филькиным. Там так все подключено. Поилку сняли, вот, чтобы включалось одновременно. Ночью нам не надо столько света. Что-то не так дала, да? Мало дала, еще давать надо. На. Оба-на! Дождь из еды. А вот это мы будем. Бум, овес, бум. Овес мы бум. Это Кусенька. Мне тоже пристает к шиншиллам. Ну. Сушка не против тоже, наверное, поиграть, побаловаться. Ну куда вас сейчас выпускать? Ты не против балованной шиншиллы быть, да? Ты не против, ты совсем не против, ты только за. Масик открывает постоянно полку. Тут постоянно ей тумбочка нужна для ног. Цусык. Цусык. Ну, к тебе гости. К тебе гости. Сегодня, кстати, Дуняшка собиралась приехать. Не знаю, приедет, нет. Возможно, и приедет вечерком. Угу. Нос к носу. Ну. По хайке пролезла, как так и надо. О, все, убегать. Не, девочка моя. Не на работу. Буду тут за вами гоняться сейчас с утра. Ну, кто балдежная кошка? Кто балдежная вот такая вот кошка? Ты вот так вот спать будешь, да? Это я вот уходить на работу, ты меня так дразнишь. Ты меня так дразнишь своим сонным мортом. Бессовестная кошка. И еще одна шонная морда. Вчера хотела найти место возле магазина, потому что здесь, я уже говорила, даже не все машины сейчас приезжают на парковку, потому что каша. Но сегодня уже подморозило, и вчера я так и не смогла найти нигде место, ни возле никакого магазина. Видите, колея какая замерзшая. Но я думаю, если вчера по каше, плюсовой температуре выехала, то по минусовой, даст Бог, тоже сейчас выгребу. Вышла даже пораньше, потому что мне сегодня Улю забирать. А если вдруг мало ли чего, Коля в помощь зацепит. Вот я не помню, на этой машине он мне, по-моему, ни разу не цеплял, не таскал. На Ланосе несколько раз было, что я заезжала
туда, откуда мне выехать самостоятельно, не получалось. Но наладилась эта машина еще там. Меня там и толкали на нем мужики сколько. Так, едем, едем и не едем. Все, дальше не едет. Разгон брать. Ладно, Ланос еще тот был боевой мой товарищ. Так, ну, пожалуйста. Господи, можно я выеду? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, на пузе, слышите? На пузе, ползу. Опа, 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 опа. Это швыряет, кидает. Ну все, самый опасный момент. Проехан. Так, проехала. Мне надо как-то развернуться, потому что мне в обратную сторону за Олей. Тут не развернуться. Опа. Ладно, все. Я надеюсь, сейчас уже подморозило. Сейчас машины начнут заезжать на парковку туда к нам. И эту колею раскатают. И будет все окейшки. А у меня камера что, боком снимает? Это я так ехала? Ну, конечно, снимала себя боком. Ладно, если при монтаже, может, переверну или оставлю, как было. Ну, еще рано даже за Олей. Еще 10 минут. Вот я просто заранее вышла. С подстраховочкой. Сижу в телефоне, что-нибудь полистаю, почитаю. Сижу, листаю ВКонтакте. Оля мне вчера набросала разных ссылочек, в том числе и объявление. Вот такое вот. Вампирам из 15-й квартиры. Убедительная просьба с полуночи до 7 утра не таскать свой гроб по полу и сменить ходьбу в тапочках из надгробных плит на... Полет летучей мыши, желательно летать и днем. А то не дай Дракула, переселитесь вниз. Дом все же не новый и не подземный. Склеп. Развалиться можно до такого топота. Да и людей лишний раз тревожить, себе еду портить. Не выспятся вам Хельсинга из... соседнего отделения полиции вызовут и смажьте дверные петли от их скрежета. Даже опытные привидения разбегаются. Это что-то человек с юмором написал. И подпись. Сова из 11-й квартиры до вашего появления была человеком. Ой, чего только не придумают юмористы. Наташа, подписчица с Мурманска, прислала. Оля бежит. В Мурманской области начали действовать новые правила компенсации северной дороги. Если это так, это хорошо. Тем, кто путешествует на машине, больше не придется предоставлять отпускное удостоверение с отметкой нахождения в месте отпуска. Потребуется только чек АЗС и справка о расходах топлива. Ну, в принципе, мы и то, и справки брали в сельсовете. Хотя бы меньше бумажек будет. Бегит. В шапке сегодня. Правильно, минус. Привет. Я половину думаю, глянь, что опаздываешь-то? Да, я боялась не выехать. У нас там такое во дворе, что это кошмар. Я боялась не выехать, я думала, придется Колю вызывать, чтобы меня вытаскивал. Да, и опять мама упала. Это же вообще... Упала с коробкой. Я видела. И головой еще в коробку. Очки. Я склеила вчера очки. Отнесла я вчера, отдала. Не знаю, будет держаться, но я на суперклей прям посадила. Он же должен крепенько держать. А там же шеди должны быть. Шурупчики масюсенькие такие. Нет, оно на шурупчике, оно все железо, оно у нее целое. Ага. Отлетела вот эта вот железная конструкция от душки, от пасмаски. А-а-а. И вот я туда залила клеем, это все заклеила.
Но это, опять же, зависит от качества суперклея. А у нее это есть дома, ходить штука? Ну, не ходить, у нее палка есть, она не ходит, она с этой не хочет уже не ходить. Хочет. У нее уже получается с палочкой. То она вообще... Ну, хоть с палочкой, вот. А что, она вот так поскакала, что ли? Она взяла эту коробку, зачем я... Подождала бы меня, я поднесла эту коробку. Ей вечером не спится, она начинает что-то делать. И она взяла иконы, сложила в коробку и понесла. Mm. Там специальная корзинка, куда она их складывает. Там иконы, которые повторяются. Она зашла в темноту. И там же надо свет включать. И она потеряла ориентацию в пространстве. Господи, и прям головой в эту коробку вниз. Говорит, хорошо, ничего не сломала. И тут же она мне позвонила в тот же день и отчиталась. Привет, как дела? И главное, издалека начала. Ну, я тут упала. Тут от слова упала, ага. Уже колбасить начнет, можно по-разному. Так лопнуть. А сколько она падала? Она голову унитаз разбивала в поликлинике, в больнице лежала. Упала, пошла в туалет, упала. И у нее первые мысли, первое расстройство, что ее наругают за этот унитаз. Не то, что она упала, а что... Я говорю, ма, ну ты че? Сколько на голову разбивала так, раз. Как упасть надо, чтобы унитаз разбить? Так я, это у мамы-то вообще, сколько ее, тоненькая, маленькая, унитаз разбивала. У меня нет слов. У меня у знакомой тоже, мама тоже так же в больницу упала, и тоже унитаз разбила в больнице. Вся синяя, вся в крови. Я уже отработала. И забыла дома сумку для мамы. Заехала домой, оставила машину возле магазина, пока есть места. Потому что вчера я так места и не нашла. Сегодня, как видели, мне на пузе опять пришлось выбираться. Но сегодня я приехала пораньше, места были. Поэтому, что не делается, то к лучшему. Хорошо, что я оставила сумку дома. Бросила машину возле магазина, забрала сумку для мамульки, купила ей... Две баночки персиков, одну в железной баночке, другую в стеклянной. Пусть попробует, какая ей больше понравится. В смысле, не баночка, а содержимое баночки. И сейчас зайду на Озон, кое-что там заказала для кошек, но уже это кое-что потом посмотрим дома. Это я папе там, чтобы он помог уже забрать. Не папе, а Мише, наверное. Ой, Миша. Это я поняла, что здесь флешка, ну это Мишка пускай с тобой разбирается. Флешка, которую вставляешь в наушник и слушать музыку. Ну музыку или и проповедь, или возможно даже как радио работает оно. Там еще какие-то наушники. Это наушники в уши, они тебе подойдут. Короче, это я поняла, это Миша пусть разбирается с тобой, Я не хочу напрягать голову, если бы я напрягла, я бы вспомнила. Но Мишка быстрее сообразит. Я помню это, мы когда-то покупали давно. И для чего-то вот полезного. Очки носишь, не сломались? Да так дрожу. Дрожу. Нет, ты просто когда одеваешь, ты не растя... Ну просто одевай, если ты их не будешь вот так... Лена, это так... Я уже... Вот, ты слышишь? Ну, короче говоря... Возьму рецепт и возьмем тебе еще одни, если у тебя рецепт. Что рецепт есть, я тебе скажу, у меня есть. А ну и все, это, на выходных возьмем тебе очки. Или когда надо там, купить очки. Чтобы запасные были, чтобы ты так вот... А не, всегда запасные. Чтобы не тряслась. Лена, вот это матушки бока, Лена, нечистую силу гоняет. Ну так погоняй. Ты хочешь, чтобы я погоняла у себя нечистую силу? У себя дома, да, как настроение. А вот это тоже я... Еле шевелилась, ну... Что-то надо делать. Тебе эту иконочку, которую миротворчат. Слушай, как календарь я тебе купила, да. И себе такой, Семистрельная, да. Она мироточит постоянно в боях на передовой. Люди с ею спасаются, да. У меня есть такая еще. Так, иконочка. Так, да, вот это вместе забирает. Так ты вместе с коробочкой, что ли? Да. Ну все, вместе. А там зеркальце. Ну пускай лежит.
пускай. Купила я тебе персики, две банки. Вот, попробуешь, какие нормальные, какие нет. Плохо себя чувствую. Ну ты плохо чувствуешь, ты ложись, я в морозилку тебе разморожу. Я ничего себе не буду выкидывать. Выкидывать ничего не будем, я без машины. Вывозить не на чем, я оставила машину во дворе, потому что там мест нету. Морозилку сейчас поставлю размораживаться, я могу залезть вот сюда, где тряпки, одеяло перебрать. Во-во. Только я сейчас сниму с себя вот это, потому что жарко. Ой, я мерзну. Ой, я специально принесла одежку, чтобы этот... А я вчера не ела целый день, думаю, ну я ж так не притяну долго, вечером села. И поела, Лен, и переела. Я сделала говядину, там, овощи, да? Гречку, что-то посмотрела. Короче, много всего положила с голодухи. И миска здоровая, думаю, ой, что вдруг заболит. Все съела. И у меня как заболело поджелудочное всю ночь. Кувыркалась от боли. Сейчас болит все. И ничего опять не делаю. Ну давай тебе укол сделаю. Без как сказать, внеплановый. Я потому что уже не могу. Ну иди ложись. Сейчас я укол достану. А мне вчера я приехала в поликлинику, мне дали рецепты. Я поехала выкупать лекарства. Одно лекарство в центре надо, а твое лекарство они мне не поставили вторую печать. Я вернулась в поликлинику, говорю, ну вы что, я вообще жирю, я не ругалась, конечно. Ну там рецепт годнее на 15 дней, я успею выкупить. Уже не поехала, потому что там машин куча, вечер уже, ну вчера поздно я поехала. Не пропадет? Нет, 15 дней рецепт гожий, а я его в выходные в свои выкуплю. Я поеду на Ленина, там вот выкуплю. Доча, не подозревай. Не, ма, не волнуйся, иди ложись. Потому что с болью не может. Иди ложись, а потом будем размораживать. Это чудотворный образ, она даже и дома может мироточить. Короче, она за тебя заступается, раз. Иди вот лягай. Попала к тебе. Раз попала ко мне. Я мамой хочу разморозить морозилку. И знаете что, я не знаю, как папа ее размораживал. А спросить не у кого, потому что либо холодильник отключается как-то... Внутри морозильная камера. Либо я ничего не понимаю, потому что провод, он вот там вот, и розетка там. Чтобы выключить, надо отодвинуть холодильник. Папа по-любому этим не занимался. А где выключается морозилка? Вот это фишка. Вот это да. Он же не мог его размораживать во включенном виде. Ничего не понимаю. Это температура. Сколько стоит-то хоть? Нет, это температура внутри. Че, Google в помощь? Ничего не нашла. Просто ничего абсолютно, никаких выключателей отдельных. Просто единственный вариант отодвинуть холодильник и выключить из розетки. Потому что, может быть, папа так размораживал, не выключая. Хотя это странно. Мама говорила, что он ставил туда горячую воду постоянно, чтобы быстрее. Но это нормально. Ну, вот так вот двигать... По-любому он его не двигал. Это стопудово. Там он грязи сколько. Если бы он двигал, он бы там убрал. Короче, квест. Квест от папульки. Так вот и спросить некого. Видите, что тут? Сейчас я выключу. И заодно протру. И пусть размораживается.
Я знаю, что он горячей водой. А как он его выключал с розетки? Чтобы его выключить с розетки, его надо выдвинуть на середину кухни. Ни разу. Ни разу. Значит, получается, он его, не выключая с розетки, размораживал. Да. А так нельзя. Ну, он, я не знаю. Ну, может быть, можно, но, скорее всего, нежелательно. Но теперь я его отодвинула. Я как раз там помою. И отключу. Я лично боюсь его так вот в таком виде размораживать. Вообще двигаешь тяжело. Вот. Вот и все. И, ой, господи. И вообще я его переткну. Надо найти... Надо найти этот пилот, который с вырубалкой. Который с кнопочкой, мало ли, если напряжение скаканет, и сюда его вывести. Зачем он там? Да каждый раз двигать, это ж озвереть можно. Короче, как-то так. Хочешь... Да, надо все отсюда. Сейчас мы вытащим, поставим все горячую воду. Горячую воду поставим, чтобы быстрее. Это только ягоды, оставь, остальное все выбросить. А что тут? Я не знаю, что. Папа. Лия, хлеб выбрасывать. А хлеб черный? Ну, тот, который я тебе покупала. Тот? Ну, туда уже. Это рыбное филе, кстати, я вижу, это папа себе покупал. Филе трески. Пусть так все стоит, ломать не будем. Ты видишь, сколько шубы наморозила? Ой-ой-ой. Сейчас кипяточком я воды накипячу. И мы кипяточком его быстренько это отчистили. Да, или ковшиком. Да, ковшиком кастрюля не важно. Лишь бы кипяток. Вот это наморозка. Но. Страшно. А ты пока сядешь? Я хочу с тобой посидеть. Нет, ты со мной посиди, только ты сядешь вот сюда вот куда-нибудь ближе к подушкам, потому что я вот так буду лазить, подметать и протирать. Я вот туда подушку. Вот туда залазь. А тут мне скучно. Надежда, что боль отпустит. Отпустит, куда наденется. Она когда долго болит, долго отпускает. Меня спрашивают, как там мама же одна живет, как мама одна справляется? Ой-ой-ой. Я думаю, интересно, что же мама тут делает, одна справляется? Чем же ты таким не справишься? Лена придет, Лена справится. Да, я уже все. У меня силы иссякают, Лена. Мама живет ожиданием, когда Лена придет. Да. Я уже долго не протяну. Ты неправильно выразилась. Я уже долго не могу что-то делать. А насчет протяну-не протяну... Ой, Лена, у меня аппетит пропал. Это уже плохо. Ну, у тебя бывало такое и раньше, аппетит пропадал. Дмитриевичу сегодня 80 лет. Ну и мне почти. Тебе 79 только будет. Ой, вот. Так они в гараже отмечают, шашлыки едят. А ты дома сидишь. И на машине каждый год в отпуск гоняет с женой. Правда, у жены тоже ножки болят, и что-то она болит. Я боюсь, ноги откажусь, это вообще будет крову. Ля сколько? Красоты. Сюда тоже надо чулок натянуть. Так это тот, что ты натянула. А вот этой палкой как раз сейчас удобно будет помыть там с той стороны. Ну, я, тут... Лена, все, что в шкафах привела в соответствие, помыла, поставила, осталась вот эта колодка. Влезла. Вроде верхнюю я освободила, а дальше мне уже не наклониться.
Надо оттуда все повыкинуть. Тоже протереть чисто. Ну, это другим заходом. Да, Лена, осталась одна колонка. Чтобы уже больше туда не касаться. Я это все, ну, как бы хочется быстрее сделать, чтобы тебе потом меньше работы было.